Двусторонняя комиссия, созданная для урегулирования трудового спора, завершила свою работу. По всем вопросам, которые обсуждались с участием профсоюзов, инициативных групп всех 8 шахт угольного департамента ArcelorMittal Темиртау и администрации предприятия, стороны пришли к согласию. Мы все оказались в сложной ситуации. К счастью, нам удалось возникший трудовой спор перевести на правовое поле и приступить к переговорам. И на сегодня все шахты работают в штатном режиме. Задача, которая стоит теперь перед членами инициативной группы, это максимально точно донести наши решения до своих трудовых коллективов. Сейчас в данное время все вопросы отрегулированы, рассмотрены в пределах компетенции двухсторонней комиссии. Как нам известно, есть ряд вопросов, которые касаются законодательного уровня. Эти вопросы, соответственно, совместно с профсоюзом работодатель направит письма центральные исполнительные органы. В данное время я могу сказать, что работа прошла в рамках законодательства, правовом поле. По заработной плате нашли компромиссное решение. Некоторые вопросы с повестки дня сняты, так как они предусмотрены в новой редакции коллективного договора, который вступит в силу с января. Стороны пришли к соглашению и по вопросам материально-технического обеспечения. Принятыми решениями члены инициативных групп остались удовлетворены. Евгений Буслаев, представляющий интересы работников шахты имени Ленина, поделился своим мнением. Наша задача – сделать правильные выводы из произошедшего. Мы, работники и профсоюзы, должны учиться решать даже самые сложные вопросы в правовом поле в рамках законодательства Республики Казахстан за столом переговоров.